Ну, кто у нас тут больной? Я. Я. Мадед больной. Мадед. Ой. Да, брат. Мадед больной. Мадед. Мадед больной. Кто меня только не летел? Кто только не летел? Ничего не помогает. Мадед, ничего. Соседи меня летели. Соседи? Да. Экстрасен приходил. Экстрасенс? Экстрасен приходил. Да. Знахарь был, Целитель меня целил. Целитель целил. Ничего не помогает. Мадет решился на крайнее средство. На самое крайнее средство решился. Ну какое? Пригласил районного терапевта. Да. Боже мой, какая вопиющая безграмотность, какое невежество. Лечиться надо настоящими лекарствами. А вот это все, это все коту под хвост. Здравствуйте, доктор, здравствуйте. Мадет, что сделал, как вы сказали? Что сделал? И стал здоровый. Да, совсем здоровый стал. Здоровый, Мадет. Ну и зачем вы меня вызывали? Мадет здоровый, а мой котик больной. Котик мой совсем больной. Не ходит, не ест. Совсем не ест. А под хвост ему даже глянуть страшно.